Друзья, всем привет! Сегодня хочу предложить одну из самых популярных идей фонового рельефного узора. Очень эффектное переплетение. Возможно, кто-то о нем еще не знал, и поэтому я решила зафиксировать на своем канале в качестве мастер-класса. Для наглядности предлагаю фотографию данной шапки, которым она связана. Переходим к мастер-классу. Раппорт составит 2 петли и всего лишь навсего 4 ряда высоту. Все внимание на экран. Первый ряд раппорта. Снимаю кромочную. Далее перекидываю петлю, не провязывая, вместе с накидом, вот таким вот образом. Далее последует лицевая петля. Повторяю, перекид петли, не провязывая, вместе с накидом и лицевая. Это будет первый ряд. Второй ряд, кромочная, и далее все петли провязываю лицевыми. При этом петлю, которую я перекидывала вместе с накидом, провязываю вместе с этим же накидом за переднюю стенку лицевой. Третий ряд вяжем как первый, но меняем позиции провязывания петель. Я снимаю кромочную, и сначала у нас последует лицевая петля, а следующую петлю перекидываем, не провязывая, вместе с накидом. Повторяю, лицевая и перекид вместе с накидом, не провязывая. И остается заключительный четвертый ряд. Его мы провязываем как второй. Все петли лицевые, при этом петлю с накидом, которую перекидывали, я провязываю за переднюю стенку. И завершаю таким образом раппорт данного переплетения. Друзья, вот таким вот незамысловатым способом формируется самый популярный фоновый рельефный узор на сегодняшний день. В связи с этим предлагаю сохранить его в вашей копилке, поставить лайк и обязательно подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны. А еще я приглашаю по ссылке под видео, обязательно переходите на мой дзен-канал, там накопилось много интересных моделей для вязания. Желаю вам всего самого наилучшего, и мы скоро увидимся.